Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Открываем. Йо-хо-хо! А это у нас силиконовый чехольчик на ключи. Здорово. Китаец уже за него вернул деньги, согласно спора, потому что доставка была очень долгая, длительная. Но все-таки он пришел. Ну и погнали, смотрим, как это все будет работать. Открываем чехол. Надо вот эту штуку снять. Колечко. Вставляем чехол. Сигнализация. Ну и теперь вот смотрите, видите, вот как она. У нее экран, ну, подертый, она болтается на ключе вот так вот, ну, стучится, бьется. Ну, теперь за счет этого силиконового чехла это будет, ну, этого не будет просто происходить. Никаких царапаний. Ну и отлично. Кстати, это чехол на Starline. Но у меня сигнализация Пандора, и он сюда великолепно подходит. Вот, машину открывает, закрывает. Пожалуйста. Ну и ставим обратно колечко. Ну все, вот так. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка на товар будет в описании. Заказывайте. Тем более, что китаец, как вы видите, не хочет доставлять вовремя и не хочет получать деньги за этот товар.